Со 2 по 15 июля в квартирах и домах Видного было отключено горячее водоснабжение. За это время коммунальщики успели провести все планово-профилактические работы по обслуживанию магистральных теплотрасс и котельных. Это одна из точек Видного, где проводились работы по ремонту теплотрассы. Всего в городе 18 таких мест. И все они были отработаны точно в срок. И значит, горячая вода в кранах видновчан появилась тоже без задержек. Временные неудобства продлились не более 2 недель. Сама процедура отключения воды, конечно, восторга у людей не вызывает, но без нее никуда. Лето – идеальная пора, чтобы зимой в наших домах не было никаких перебоев. Была проведена большая работа по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей, ремонту оборудования котельной, котлов, насосного оборудования, теплообменного оборудования на ЦТП. Оборудование у нас, естественно, готово на 100%. Кстати, в этом году на настройку и ремонт оборудования ушло всего 10 дней. Именно такие сроки сейчас заявлены по всей Московской области, где идет апробация новой методики обслуживания теплосетей. И, возможно, уже в следующем году временные неудобства продлятся не 2 недели, а на 4 дня меньше. Впрочем, этими работами подготовка к зимнему сезону не ограничивается. Еще у нас предстоит большая работа, она уже началась с мая месяца по ремонту и подготовке системы отопления. Сейчас это продолжается, и вплоть до начала сентября эта работа будет производиться. И если у видновчан уже появилась горячая вода, то жителям некоторых населенных пунктов Ленинского округа только предстоит отключение. Ознакомиться с графиком и точными датами можно на интерактивной карте отключения на портале «Добродел». Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.